Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на Топскине и будем проверять этот сайт Slow Balance. Сегодня на сайте 383 рубля будем открывать опять же те кейсы, которые мы не открывали, потому что сайт очень сильно обновили. Это обновление, оно буквально перевернуло этот сайт, потому что очень много кейсов начало выдавать. И сейчас наша задача посмотреть, 400 рублей, возможно ли окупиться, потому что в прошлый раз мы вывели очень много денег отсюда. Обязательно. Перед началом попрошу тебя поставить свой царский лайкосик, сделай это. Это бесплатно? Совершенно. Мне будет очень приятно. Не забывай, что прямо сейчас каждый, кто присутствует, может зайти на этот сайт. Ну, знай, заходить или нет, это, конечно, твоя проблема, да, можно сказать. Но если зайдешь, то есть очень приятный бонус 40 беру. Я бы даже сказал, не очень приятный, а самый лучший ромик на этом сайте. Он дает плюс 40% на абсолютно любую сумму. Любые способы пополнения, которые только возможны. Всегда ты будешь получать плюс 40% на абсолютно любую сумму. И другими словами, если коротко, это самый лучший и самый рабочий промокод на топ-скине, который только есть. Поэтому залетай, кайфуй, играй. Ну а мы начинаем. Одеваем наушнички и полетели. 383 рубля, черт возьми. Вы прикиньте, насколько вообще в принципе мало у меня сегодня баланса. Я даже не знаю, насколько дешевые кейсы мне нужно открывать. А давай, здесь же есть какой-то ползунок, типа, да, вот 20-100. Я могу открыть кейсы в районе 38 рублей. Вот так. Чтобы я мог открыть их. Ой-ой-ой, Ава, это что такое? Телеграм. Давай лучше Ава. Ой. Ножи? Я не верю. Подожди, я прям не верю. 35 это за 1. 350 это за 10. И тут реально может упасть нож. Но я больше верю, что выпадет вот дальний свет, либо осужденный, что-то такое. Но давай смотреть. Давай смотреть, давай анализировать, давай открывать. Все-таки этот сайт, ну давайте честно, выдает очень сильно. И нам нужно понимать сейчас, насколько. И 223. Вот опять же. Вот опять же. Мы не окупились с первой. Ну, а знаешь, что по-хорошему бы сделать? По-хорошему бы пойти опять в кейсы дроп майнинг и маленько тут разогнать баланс. И если мы поднимем баланс, а не сольем, я бы уже пошел дальше. Потому что я чувствую, что если сейчас мы зальем, а мы скорее всего зальем, это будет пипец как обидно. Давай в азимов 100 раз мы не можем открыть. Давай в майнинг 100 раз мы не можем открыть. Ой-ой-ой, мы можем только на 50 открыть. Подожди, ну а если нам сейчас 50 кейсов не упадет, ни один, допустим, сарикс, то мы все проиграли. То есть нужно понимать и отдавать отчет, что если сейчас мне ничего не падает, у нас заканчивается ролик. Ну, люблю, люблю, безумно люблю майнинг-кейсы. Повторить? Да не, не надо. Давай посмотрим, сколько это. 410 рублей. Мы вернули, пацаны. Так, давай дальше. Гидропонка. Если так уж получилось, что выпало немножко дропа, мы подняли 150 рублей. Это немного. Давай попробуем еще раз. Если сейчас, опять же, ничего не падает, то мы просто все сливаем. И сливаем в ноль. И эта рубрика у нас, ну, просто минусовая. Ну, а что поделать? В любом случае, мы стараемся, пацаны. Мы делаем, так сказать, на совесть. Да? Но ничего страшного. Такое бы у 249, ты прикинь. 249 нам не хватает 0,70. Ну, ладно, откроем 25, посмотрим, может быть выпадет какой-нибудь хороший дроп. Но я не уверен. Мне честно кажется, что это все. Мы закончили. Вот сейчас я точно уверен, что мы, ну как будто бы все. 168 рублей с первого выпало, со второго не выпало. Сейчас нужно идти в януарку. Посмотреть, что может выпасть с нее. Но это 125 рублей, мужики, я не знаю. Я не верю, что можно выбить со 25 хоть что-то. Ну хотя, всякое может быть на этом сайте. Потому что мы не такое поднимали. 125 рублей нам уже выдавал сайт. Просто выдаст ли он еще раз, вот это вопросик. 80 рублей. Шансов все меньше. Следующий у нас пустынный постанец. Ну и уже его мы открыть не можем. Возвращаемся на главную. Ребят, ничего страшного. По сути, мы сейчас уже проиграли. И этот ролик минусовой. Сейчас у нас 80 рублей, но есть надежда, что мы откроем, допустим, вот какой-нибудь сейчас кейс выберем, да, там, допустим, КС-1.6. 10 раз за 50 рублей, и нам каким-то чудом выпадет нож. Прикинь просто мое лицо, когда я открываю 10 кейсов за 50 рублей, и мне падает нож. Ну, такое невозможно. Это 100%, но элитный отряд, это было бы очень круто. Если бы сейчас выпадал элитный отряд, господи, я бы был самый счастливый человек. Но 25 рублей есть. Это неплохо. Мы можем от этого отталкиваться. 0.20, еще раз. И давай смотреть какой-нибудь другой кейс. Если КС-1.6 не откупает, либо DZ, либо батла. Батлу мы не можем открыть. А, ширпа кейс, поехали его. Да, потому что здесь... Вот как раз таки здесь нету вот этих, знаешь, ножей, перчаток. То есть вроде бы все реально, но очень много шерпа. Давай попробуем, может быть и он нас окупит. Ну а так, ребятки, ничего страшного, такое бывает. Я верю, что мы сейчас еще окупимся. Я реально в это, хамелеон, я реально в это верю. Пожалуйста,
19 рублей. Пока плохо. 26 на балансе. 0,20. Полетели дальше. Но тогда нужно выбирать прям супер самые дешевые кейсы. Хотя мне кажется, что мы сейчас выбрали самые дешевые кейсы, и дешевле их нету. 26 рублей нужно докручивать, нужно что-то делать. А давай попробуем майнинг Сайрекс. Вот мы его открывали, а, один раз. И нам выпало, ну, вначале в самом, нам выпало 2 Сайрекса. Давай попробуем покрутить его. Может быть, я не знаток, но, блин, ну, может быть, нам сейчас упадет. Еще раз повторить. И еще раз за 5 рублей. Давай докрутим. Крутим и посмотрим. Ну а тебя я попрошу обязательно поставить лайкосик. Не всегда сайты должны окупать. Это нужно понимать. Поэтому просто поддержи меня. Поддержи меня мощным сайтским лайкосиком. И напиши, сколько, блин, ну сейчас тоже могла Сайрекс выпасть. Сколько мне закинуть в следующий раз? Я в любом случае закину именно то, что ты мне скажешь. Поэтому, братик, не стесняйся. Ну и, конечно, не забывайте, что если вы окажетесь на сайте, вы можете зайти в плюсик и воспользоваться промокодом 40BRU. Это самый мощный, самый рабочий и самый лучший промокод, который только есть. Ну а на связи был, как обычно, я, Предатор. До новых встреч. До завтра.